Однажды я, убегая от очередной погони, задумался, как же все-таки успешно уйти от этих наглых полицейских. Пришлось перепробовать десятки вариантов, от игры в прятки в закоулках до выполнения уникальных прыжков. И тут я понял, дело в машине. Сразу стало ясно, что на катафалке от них не уйти, но не проверять же все машины на их способность смыться от блюстителей. Я нарыл материалы в интернете и провел исследования, которыми делюсь с вами. Думали, расскажу вам про Inferno Cybertourismo? Нет, речь пойдет о малоизвестной машине марки Grotti Cheetah. Cheetah или Гепард – спортивный автомобиль, представленный во многих играх серии GTA. Дизайн машины напоминает Ferrari и Testarossa и соответствует эпохе. Прежде всего, для ухода от погони машина должна развивать максимальную скорость, не меньше, чем полицейская. Получился довольно широкий круг претендентов. Далее я отсеял тех, у кого ускорение меньше, чем у полицейской машины. Они отмечены красным. Затем тех, у кого ниже управляемость. Они отмечены желтым. Осталось только два автомобиля – Элегия и Чита. Я сравнил их характеристики. Элегия, кстати, является самой лучшей машиной для дрифта. Теперь посмотрим на этот автомобиль в действии. У меня стоит замена, вам тоже советую. Yeah.